пригороде стала доброй традицией открывать зимний сезон фестивалем уличных музыкантов. Гости и жители города с нетерпением его ждут. А артисты заранее готовятся, ведь хочется удивить всех от мала до велика. Многие профессионалы, многие, наоборот, любители. И вот это очень важно, потому что именно люди выбирают то, что нравится им, что и то, что нет. И вот сегодня на трех точках нашего города мы встречу организуем и с баянистами, и с саксофонистами, и с гитаристами. Проект «Зима в Подмосковье» – это время чудес и волшебства. Это то, ради чего в регион приезжают гости со всей страны. Ведь именно здесь можно не только прикоснуться к культуре и традициям местных жителей, но и принять участие в уникальных мероприятиях и конкурсах. Это проект очень важный, это проект для наших жителей такой ожидаемый, потому что всегда Новый год ассоциируется со сказкой, с чудесами. И вот сегодня мы стартуем с этим проектом на территории нашего Звенигорода. Пока малыши участвовали в конкурсах, взрослые наслаждались музыкой в исполнении прекрасных артистов. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».